Привет, рыбки, с вами я, Лена Ангелвиль, и у меня для вас будет два ролика о моих подарках с Нового года. Я не помню, чтобы снимала такие ролики, так что, наверное, это... Что ты спалил всю контору? Новая рубрика на канале. Открываем подарки с Нового года. 2021 еще не наступил, окей, сегодня 31 декабря. Я снимаю первую часть этого видео, их будет два. Сначала предновогодние подарки, а потом уже подарки в самый Новый год. Я прям вот буду под елкой и буду их раскрывать. Так что, надеюсь, вам будет интересно. Начну с того, что я тоже себе сделала два, точнее, три новогодних подарка. Два из них достаточно дорогие. Это компьютер, так что теперь, наконец-то, я могу стримить. Вы уже видели, что я могу нормально снимать видео, записывать себя на камеру и с помощью компьютера тоже. Если кто не видел, то смотрите. Мы немножечко устраивали уже лайвы на этом канале, которые глючили, а теперь глючить не будут, потому что есть новый компьютер. Вторая — это лава, гитара. Опять же, видели, кто смотрел стрим, мы пели вместе, и я немножечко попыталась уже на этой гитаре поиграть. Последняя вещь, которую я сама себе подарила, это вот такой вот слейт из пещерного клуба. Красивый, классный мальчик. Не смогла пройти его, но не смогла просто. И подарила его себе на Новый год. Специально сохранила коробочку, чтобы, ну, в этом видео показать, потому что я уже, в принципе, планировала его снимать. Вот такой вот классный мальчик, очень красивый. Моей маме он почему-то очень напомнил подросшего Багги, хотя... Нет. Мне кажется, совсем другой персонаж. Что ж, следующий подарок. Сейчас подойдет сюда. Магнус! Это Магнус. Скажи привет, Магнус. Он такой классный, такой пушистый. Такой приятный, такой лапочка, да, Магнус? Конечно, Магнус, ты не просто какой-то подарок, ты друг. Да, ты часть семьи. А теперь к подарочкам. Коврик от подружки. А сзади такая штука, которая ставится на унитаз и под него, чтобы делать такое новогоднее настроение. Она же подарила вот такие вот конфетки новогодние классные. А еще то, что находится на мне, тоже сразу покажу вам это. Смотрите, вот такое платьечко. Даже с подъюбником. У-ху! Наконец-то буду праздновать Новый год реально в новогоднем чем-то. А это, кстати, с прошлого Нового года. А! Это носки. По мере того, как я буду показывать подарки, сразу буду их одевать, окей? Да, малыш, что такое? Мяу! У меня есть вот такие сережечки. Что-то между колокольчиками и новогодними оленями. Следующее — это опять новогодние носочки. Уже более легенький вариант такой, и я уже в них походила. Так что переворачивать не буду. Следующее — это вот такая вот куколка. Но я вам немножко ее поспойлерю и открою ее с вами в самом конце, чтобы вы оставались до самого конца. Тут немного, на самом деле, осталось. Так как я очень люблю монстру, вы даже... Нет, вы не видите, но тут на фоне, в общем, есть такое растение. И у меня постельное белье такого типа, у меня там картина с этой монстрой висит. В общем, получила я вот такого типа подарочки. Это наклейки на ногти. Это чехол для телефона. Это вот такие вот сережки-монстры. И часики с пандами. Забыла еще про вот такие вот штучки, которые я сейчас прицеплю к платью, и мы откроем мою куколку. Красотка. Вот она, смотрите, какая без кепки. А кепка-то вот на такой вот штуке. То есть тут, если впихиваешь, то намертво. Предновогодние подарочки. Две куколки. Так что мы... В принципе, остались пока в формате канала, все нормально. Пишите в комментариях, что вы получили на Новый год. Скорее всего, вы уже, когда увидите это видео, Новый год наступит. Любите игрушки, живите в сказке, верьте в чудо. Я была Лена Ангелвиль. Пока.